2 сентября. Начальник ремонтно-эксплуатационного участка номер 3 МУК «Водосток», используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, вынудил директора коммерческой строительной организации производить работы по очистке территории в заводском районе города Саратова с использованием строительной техники, названной организацией, на безвозмездной основе, под, так сказать, условиями подписания актов приемки выполненных работ по прокладке ливневого коллектора, который данной организацией строился в заводском районе, также город Саратова. Тем самым права организации строительные были грубейшим образом нарушены, соответственно, это повлекло убытки для данной организации и оказало отрицательное влияние на ее деятельность при достижении тех целей и задач, для которых данная организация была создана, соответственно. Кроме того, вот этот вот начальник участка и исполняющий обязанности генерального директора группы лиц по предварительному сговору действия 5 сентября 2016 года посредством вымогательства у директора строительной организации денежных средств в крупном размере в качестве взятки получили, соответственно, от него взятку в сумме 200 тысяч рублей. Причем способ получения был придуман достаточно изощренный, а именно перечисление денежных средств на расчетный счет, открытый в одном из отделений банков города Саратова на имя одного из друзей подозреваемых. В настоящее время подозреваемые оба задержаны, причем при задержании у одного из них были изъяты банковские кассовые чеки, свидетельствующие о перечислении денежных средств на расчетный счет. Соответственно, по результатам их допроса были получены исчерпывающие сведения о причастности данных лиц к совершению преступления. Значит, в настоящее время перед судом возможно ходатайство об избрании мер пресечения начальнику ремонтно-эксплуатационного участка в виде домашнего ареста по причине наличия у него малолетних детей и иных смягчающих обстоятельств.